Матч начали достаточно неплохо, но после этого упустили инициативу и в итоге упустили победу. А чего не хватило, в чем причина? Ну, начали, да, соглашусь, здорово, забили гол. Во втором периоде соперник перестроился, стал играть более активно. И мы как-то потеряли инициативу, потеряли контроль над игрой. И как бы пропустили голы, потом побежали отыгрываться, но шайба уже в ворота не шла как-то. И в итоге получилось. В матчах на выезде все время было ощущение, что «Алмаз» может прибавить. А сегодня вот такого ощущения, по крайней мере, со стороны не было. Так ли это? То есть в полную ли силу играли? И ну, в чем можно все-таки прибавить, чтобы сопернику противостоять на равных или побеждать? Да, играли всегда в полную силу. Всегда выходим играть в полную силу. Но а прибавлять, ну, в движении, больше нагружать вратаря, плюс надо прибавлять силовой борьбе, чтобы не уступать им в этом компоненте, потому что это тоже очень важно. В последних матчах неплохо работало большинство, сегодня с этим компонентом не очень, опять же. А, опять же, в чем причина? Это больше, может быть, соперник не дает, вратарь хорошо сыграл, или у «Алмаза» не так все хорошо получалось? Да, получалось у нас неплохо, просто мы свои моменты не забивали, когда уводили игрока уже на завершение. Не знаю, будем работать. Посмотрим завтра. То, что команда обеспечила себе место в плей-офф с гарантией уже в прошлых матчах, не сыграло какую-то злую шутку с настроем? Нет, это питерская «Динамо», и на них даже настраивать команду не надо, все понимают, и как надо играть. Они идут выше нас в турнирной таблице, и мы уже готовимся к плей-офф, вот такие матчи будут в плей-офф.